привет! И это самый крутой ультимейт кастомайт, который я только видел. Это ультра кастомайт. Вы типа, ну что тут такого? Смотрите. Это все аниматроники. Это все? О, мусорная банда отдельно, кстати. Прикольненько. А наконец-то эти не будут вместе. Что? Скины есть. На правую кнопку их меняешь. Ну да, вот оно. Вот оно все. Это просто да. У меня, как вы видите, уже есть большой рекорд. Это я пофанился с обчикой. Там очень-очень прикольно. Ладно, давайте посмотрим, какой у нас офис. Это, конечно, не впервые, но кому-то же надо это все. Почти ничего не понятно. Вот, во-первых, ХП какие-то есть. Потом есть интернет. Токсик. Воздух. Какой-то рубильничек. Фокси. Здорово. Что дальше? Давай монетки. Электрошокер. Вот эта штука. И камеры. Аудиосистема, вентиляция, камеры. Это первый этаж. Потом правый коридор, левый коридор. Ну, это все мы уже давно видели. Вентиляцию можно, кстати, вот так вот перезапускать. И вот это вот все тоже мы видели уже давно. Вот это вот все. Призовой уголок, какая-то кассета. Давайте купим. Можно купить? Нельзя купить. Почему я не могу? Нельзя купить. Ладно. Потом фантайм. Шоу в 4. Ну, шоу, понятно, же не будет. Это еще не все. Этаж второй. Шоу стейдж. Что это такое? Контрол, чтобы делать. Шоу стейдж. Kids Hall, что это такое? Я этого не замечал. Еще какая-то штука. Потянем Б. И офигеть, надо еще это здесь от аниматроников. Аркадная комната. Это, я так понимаю, FNAF 3. А, я понял, смотрите, это типа FNAF 1. Это FNAF 2. Ну, понятно, да? Main Hall, Patirumet, Patirumet. Ну, похоже, да? Это что? Это FNAF 3. Наверное, здесь будет что-то. Тут тоже, кстати, элеватор есть. FNAF 4. Ребят, вам тут нормально, нет? Оксиген, сторож, вентиляции. А, это FNAF 5. Да, это FNAF 5. Что это такое? Можно? Бейсмент. Не помню, как называется. Это вообще какая-то дичь. И, ну, это да, это я видел. Можно рубить деревья. Я не знаю, зачем, но можно. Ну, тут все стандартно. Кстати, да, это играешь на телефон. Кто не знает. Потом вот это вот что такое? Это FNAF 4. Ну, это понятно. А, господи, это вентиляция, думаю, какой-то аниматроник. Свет. Типа. Походу будет какой-то аниматроник. Потом. Какой-то таск. И GPS. Что это такое? Вот он я. Вот я. Я кек. А, можно уйти так, а любое. В общем, прикольно, давайте попробуем по челленджам пройтись. Их тут очень много. FNAF 1, 2, 3, 4, World, ну вы понимаете, да, это будет прям жестко. Sister Location. На вентилятор? Отличный скин на вентилятор. Потом это FNAF 6. Чё-то. Unwizard's Friend? Серьёзно? Help Wanted. Ну, VR. Кто не в курсе. Это R. Фредди в космосе. Да. Мишки. Ну, медведи атакуют раз. Медведи откуда? 2, 3, 4. Старые друзья. Давайте наверх поднимемся. Может, в принципе, вот так вот делать. Давайте вот так вот будем. Вот, Old Friends. Помните Old Friends из FNAF
у Кане. Но эти, насколько я понял, так и работают, как в оригинале. Поэтому... Ну, это будет попроще, я говорю. Хотя нет. Стримблоки. Стримфрапики, типа. Внимание, внимание, два. Ночь, леди, дам. Царапинки. Царапинки, два. И самый трудный челлендж. Диджи. Вот, диджи. Она может заспамить кого угодно. И вы понимаете, почему это самое трудное? Потому что тут, блин, 200, насколько я понял, аниматроников. 200, Карл. Ладно, давайте начнем со FNAF 1. В принципе, логично. Опа, что за тыквы? Что такое? Что за тыквы? Их не было во ФНАФах. Их не было во ФНАФах. Что за тыквы? Ладно, хорошо. Давайте по порядку. Офигеть, Фредди. Бабшина. Отличный скин. Фредди, это как во ФНАФ... Тут, не знаю, кто-то видите? Они будут такими же, как и у Кане, насколько я понял. Фредди, знаем, Бонни знаем, Чика знаем, Фокси знаем. Yellow B, не Golden Freddy, вот Golden Freddy. Это Yellow B. На него не работает маска, надо именно монитор. Это капец. Ладно, давайте так. У нас есть Фредди слева, у нас есть Бонни и Фокси, у нас есть Чика. О, боже мой, это Чика. У нас есть желтый Мишка, он будет появляться. Ну, как во FNAF 1. Он через дакту лезет, да? У него иммунитет к жаре, понятно. Кекс. В общем, когда камера опускается, в левом двери будет появляться кекс. И закрою ее, так понял, да? Ладно, разберемся. Майк Шмидт. Когда... Он откроет себе левую правую дверь, когда будет меньше 50 энергофон. Гай, знаю, что это такое. Вентилятор. Он будет иногда включаться или включаться. Часы. Часы. В общем, нормально все. Бета энда. И трейлер энда. Бета энда. Он появится в твоем офисе. Посмотри на его глаза. На цвет его глаз. И нажми кнопку. Когда они белые, 7. Когда они синие, 8. 9, если желтые. И 0, если красные. Понятно, значит. Белые, 7. Потом синие, 8. Желтые, 9. И красные. Он появится в твоем офисе после опускания монитора. Control Shock, в общем. Надень маску, когда он в офисе. И закрой... Что? Надень маску, когда он в офисе. Он появится в своем офисе после отключения планшета. Используй контрольный шок. Заставит его уйти. Надень маску, когда он в офисе. Это должно закрыть его до... В общем, ладно. Разберемся. Живой парень. Чего? В начале ночи ты будешь... А, он очень хороший. И тыква, что делают тыквы? Когда напускаешь монитор... А, в общем, врубай вентилятор.
Вот это еще звездочка помогает, что ты выживешь с ним ночь, когда он напался, и получишь вот это вот. Сделаем сегодня. Ой-ой-ой, значит, у меня есть Фредик, Бонни, Чика, Фокси, Желтый медведь, Энда. Окей, попробуем. Ничего не обещаю, но попробуем. Врубаем генератор. Ой, это нормально, да? Да, это нормально, точно. Это нормально. Так. Что еще есть? Я забыл. Фокси, здорово. Я обосрался. Тебе на нос нажать? А, да. Ёпсель-моптель. Да чё ты уходишь, слышь? Стой на месте. Девять. Yes, я угадал. Я не угадал, все было по плану. Да, мьют колу, да. Что происходит, твою мать? Что это? Что означают эти игрушки? Что происходит? Ёпта. Что? Меня убили? А кто ты? Кто он такой? Это кто вообще? Может, что-то внизу есть? Может, до конца долетать? Аниматроник. Да, они здесь! Плюш-ганг. Нажми Enter. В общем, нажми что-то Enter. Они меня убили, да, в конце концов? До их... Нажми Enter. Что? Ладно, я все делал правильно. Вниз перелистай еще. Я все делал вниз правильно. Вниз еще перелистай. Вниз. Вот. Ну это я знаю. Да, я все делал правильно. Ну почти все. Меня, конечно, убили, но я сделал все правильно. Все шло хорошо, только надо еще Enter ногой нажимать, насколько я понял. Ничего не вижу. Так. Enter. Сдохни, ну пожалуйста. Что это было? Вот что это было? Ой. Да что это такое? Как против вас защищаться? Стоп. Еще раз. Я сейчас зайду в переводчик, мне кажется. Может, еще кто-то есть? Нет, больше никого нет. Это капец. Так, все, переводчик, иди сюда. Что я ничего не понимаю? Мои навыки английского не настолько хороши. Я уже устал.
из-за того, что их механика довольно сложна, он не помещается в текстовое поле очень серьезно. Все было настолько просто. Так, Фредди, нажми на нос. Это я понял. Закрою левую дверь. Она и так закрыта. Закрой правую дверь. Буду закрывать. Свинч за систему. Меняй систему. Какую систему? Ладно. Аудио люк. Он 4-3. Мэк Хинли. Манку закрой. Переднюю вентиляцию. Фредбер. Свитч анимок. Тумай Хинли. Бомбо. Юзе флэш. Ладно. Я не буду... Они есть в FNAF 2? Они есть в FNAF 2, а в FNAF 3. Вот в FNAF 3 их нет. Хорошо, будем проходить в FNAF 3. Или не будем. Хорошо, этого чувака мы знаем. Спинктрап. Здорово. Офигеть. Он пойдет через вентиляцию. А, ну это да, это знаю. Фантом Фредди. Не наш... Или нажимай на нее, или не нажимай. Ладно, разберемся. Потом чик, ее лицо иногда будет появляться на мониторе. Измени камеру. Понятно. Потом биби. Понятно. Потом Фокс. Понятно. Закрой монитор. Понятно. Потом марионетка. Понятно. В общем, что-то он там будет. Фантом Дуд, понятно. Понятно. Шэдоу Капкейк. Круто. Ну, этих дебилов мы знаем. Когда он появится на твоем мониторе, быстро кликни на него перед... В общем, кликай на него, понятно. Скример фантома Баллон Боя. Круто. Когда он появится... Свеч за камеру. Понятно. Пепл Фредди. За камера и спон. Следуй за ним, вы что издеваетесь? Мини-гейм, да. Иногда, когда меняешь пол. Ну, допустим, я все понял. Значит, опасность, по идее, представляет спрингтрап. Ну и, наверное, фиолетовые мужики. Я понятия не имею. У меня в голове такая каша в данный момент появляется. Здорово. Балет. Здорово. Починим. А подактик кто-то лезет? Нет, он тоже не лезет. Здорово. Здорово. Отстаньте. Здорово. Да ну что это происходит такое? Что, издеваешься? Мне нужно за ним следовать. Так, тыквы. Вон тыквы. Вон из моего дома. Здорово. Да, отстань. Так ты ж добрый. Если ты не... Что ты с ним, в общем, надо делать? Я вообще... Такая каша была. Жмакать на тебя, нет? Ладно, неважно, следуем за Фреддиком. Следуем за Фреддиком. Сорвана Кекс.
Следом за Фредиком, 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 за Фредиком, следом за Фредиком. Да ну что это такое? Давай. А, не кликай. Ясно. У меня все сломалось. Замечательно. Отличный план. Андрей, а что же это? А где это было делать? Помехи. Нигде же их нет. Опять ты меня убил. Ладно, знаете что? Нафиг. Я смогу справиться только с... Давайте вот, вот все-таки поиграем. Персонаж дня. Давай, Сайна Дусатку. Он будет играть в Нафлору. Онлайн мод. А, в общем, тебе... В общем, тебе нужно поддерживать интернет. Хорошо, он играет по сети, походу, с друзьями в Wi-Fi, тебе нужно поддерживать интернет. А где он? Кому? Можно увидеть его? А можешь тебя увидеть, братан? О, вон, в Light System. Нет уже его. Чем мне банан? А в Dark System? Да нет, вообще его нет. А Dark System? Ладно, поищем. Dark System, посмотри. Поищем его вот здесь. Эй, братишка. А, интернет, кстати, садиться умеет. Круто, круто обосраться. Может, и здесь где-то? Хотя вряд ли, это зона спинтрапа, я думаю, ты не посмеешься к нему прийти. Лор 4. Дыщем контролом шокать всех. Круто, клево, клево. Бейзмо, тут тоже тебя не видно. Может, ты здесь играешь? Давай срубим нафиг деревья. Просто потому что могу. А, вот тут вот это его. Ладно, мне надо, чтобы у него был интернет. У тебя будет интернет, братишка? Конечно, у тебя будет интернет. Я вообще, мне надо будет по отдельности ставить каждого аниматроника, чтобы понять, как он работает. О, боже мой. Это самое трудное. Если я понимаю людей, которые не могут прийти. А знаете что, давайте как-то не светим, сколько уже людей уйдет. Ну так нехило, кстати. Под конец видео попробуем 50 на 20. Я, конечно, понимаю, что мы это не сделаем. Но мы можем постараться. Может быть, даже у нас что-то получится. Ну что, 2 часика. Кстати, случилось, тут был хот-дог. Вот тут был хот-дог. Кстати, да, можно фонарь делать. О, на контрол быстро маску, отлично. Ну, что-то как-то она не очень быстро работает. Ну ладно, все же удобно, наверное. Тангл! Привет. А, ты пропал, типа, это секреточка. Давайте вызывать секреточку. Это... В смысле воздух падает? А, вентиляция зависит от воздуха. Да, все-таки прикольно, что это на телефон игра, потому что я бы ее закачал, но я не хочу себе ничего спойлерить. Выход. Control-Shock. А вы что тут делаете, ребят? Вам тут вообще нормально? Давайте я вас пофигачу. Опять деревья выросли, я не понял, что это такое? Деревья должны быть срублены. Можно как-то вот так вот. Это что еще было такое? Вы видели ли мне просто тебе пересмотрю на видео? А это что такое? Что это такое происходит вообще? Ладно, будем на первом стиле. Что делает вот это? Что это я могу дергать? Что? А есть? Пасхалочка есть. Вообще замечательно. Ой. Можно играть в FNAF 6. Ой, FNAF 6, FNAF 4. Ну да, это не трудно, я согласен, это вообще изичная карточка. В принципе, раньше надо было делать вот так вот, чтобы быстро перейдешь. Что такое? Оно везде такое? Да не везде такое. Что такое? А тут нету, а тут есть. А тут нету, а тут есть. Оно есть тут. Оно есть тут. Оно есть вот на этих двух камерах. А на всех флорах оно есть.
нахожу типа баг, я нашел баг, как обычно. Или так должно быть. Ну, вроде, в принципе, рад, что интернет есть, я уверен, да? А если я буду? А, интернет садится, да, печально. Я бы тоже расстроился, если бы у меня интернет садился. Давайте, 10 секунд. И победную музыку, хотя бы раз за серию. Пятьсот пятьдесят монет. Неплохо, может быть, и что-то купить можно. Что это такое? Выпустите меня. Ну, пожалуйста, ну выпустите. А, вот так вот точно. Нажимать надо. О, отлично. Магазинчик. Тут много чего есть, на самом деле. Но оно стоит кучу. Давайте искать что-то дешевое. Я тут ничего дешевое. Ну что ж. Кстати, да, есть рандом. Но мне оно не нужно, мне все на 20. Что такое рандомная сложность? Типа, как сложно было? Так как? Отлично, 25. Все на 20. 200 аниматроников на 20. Да, именно то, но мне не надо. О, что есть? Меня кто-то убил. Ну я ж... Что? Да я упал. Это ты играешь, типа? Да. Ладно. Ладно. Бенсисты. Стабильно плохо, да. В общем, это капец. Это смарт. Ну что ж. А на этом, наверное, нам придется закончить. Всем спасибо. Всем пока.